Всем привет, дорогие друзья, с вами Добрый Бобр, рад приветствовать вас на своем канале. Итак, у нас стартовало событие, скажем так, призыв Элегиуса из частиц, это новый герой, введенный в новом патче в честь Хэллоуина. Итак, я решил поучаствовать в этом событии. У меня есть 15 синих осколков, 1 темный, 4 сакральных и 314 зеленых. Сейчас откроем, посмотрим, что получится. Рассчитываю на новых героев. В том числе у нас есть шанс призыва. И надеюсь, что все получится. Может, легендарочку достанем какую-нибудь. Вообще, хотелось бы, если не что-то новое, то хотя бы Валькирию, либо Визиря Велеса. Итак, смотрим, что у меня получится. Первая школа — хозяйка душ. Открываю все по одному. Мне так больше нравится, кому как, конечно. Не использую никаких нынче приемов, то есть ни метода Азувокса, ни Виву, никаких заклинаний. Все чисто рандом. Смотрим, что из этого получится. Так, лекарь очередной, отличный герой. То есть заходит везде. И ускорение, и лечение. Следующий герой у нас старший забойщик. Не нужен. Ну, в принципе, впереди два события. Одно событие именно идет на тренировку героя, а потом еще будет впереди турнир тренировки героев. Поэтому корм мне тоже пригодится. Итак, Маркиза, следующий. Что-то слегка подтупливает интернет. И я, может, тоже подтупливаю, но ничего страшного. В жизни не все потеряно. Итак, следующий герой. Боевая жрица. Так, что-то мне это пока не очень нравится. Следующий герой. Адский пес. Осталось 12 осколков, но у меня 4 сакрала. Надежда на них, конечно, больше. И Тайрал. Отличный герой. Отличный герой. Многие его хотят. У меня он, к сожалению, уже дубль. Так, смотрим дальше. Так, на корм. Так, что мы еще можем? Ну, давай, 10 осколков. Ну, так, сначала темный один откроем. А вдруг повезет? Ну-ка. Парагон. Я уже не знаю, какой он у меня по счету. В общем, это корм. Он мне уже никуда не нужен. И открываем оставшиеся 10 осколочков синих. У меня всегда по одному лучше выпадали герои, когда я открываю, чем массово. Так. Очередной герой. Караульный. Кстати, с гномами у меня беда. На воинах фракций особо героев нету. Ну, караульный мне туда тоже особо не нужен. Так, следующий герой. Тритон. Выпадает в компании. Ордынец. Ну, в целом, как бы, можно попробовать. Один из новых героев — лютый зверь. Не качал, не знаю ничего про него, обо мне скажу. Нали барчик. Так, 4 осколочка осталось. Где Плариум? Дай Легу дай. Блин, тут хоть эпика бы дал, уже не до Леги. 3 осколочка. Ну, может, под конец. Да, конечно, кого? Разукрашенный бармалей. Нет, такой нам не нужен. Только в корм. Ну, давай. Думаешь долго, подбираешь героя. Плариум. Подсоби. Подсоби. В гору пойдем, подсоби. Эпик и... коняшка. Кондотьер.
Дубль пойдет на корм. В принципе, у меня уже героев столько, что что-то нового хочется. И 4 сакрала у меня осталось. Давайте-ка. Надежда на них. Держим пальцы крестиком. Надеемся на лучшее. Первый сакрал пошел. Пошел. Подбираем отличную легу. Подбираем. И... эпик. Страхолюд. Хороший герой, отличный герой, но, зараза, дубль. Ну ладно, на воины фракции 2 страхолюда, я думаю, помогут мне. Следующий эпик. Зверь ужаса. Этот ужасный зверь пусть идет на корм. Мне он вообще не нужен. На начальных этапах он поломает на лапе. Так, элитный гвардеец. Второй элитный гвардеец. Итого у меня 2 гвардейца, 2 сердца. Я думаю, 20-ю получику, на которой я завис, все-таки закрою. И Эринея. Хороший герой, многие тестили его. Так, ну, посмотрим давайте, что у нас в итоге получилось. Донатная реклама, как обычно. Мы даже платим для доната. Итак, мы открыли кучу осколочков. Ну, не кучу, но нормально. И того мы вытащили 6. Так, ну вот Ринея. Атака по врагу накладывает яд 5% на 2 хода с автоатаки. Продлевает штрафы на 1 ход и блок бонусов накладывает. Ну, в целом 6 эпиков, из них 400 грамм. Так себе, я бы сказал, открытие, но страхолюд. Страхолюд, да, дубль. Пайрел дубль. Элитный гвардеец хоть и дубль, но я ему рад. Думаю, смогу я закрыть все-таки 20-ю паучиху. Так. Итак, посмотрим, сколько мы набрали очков на массовом призыве. И так, нам не хватает 1000. Но думаю, я ее добью. Потому что у меня еще есть рубинчики, которые я могу использовать. 1700. На одну партию можно рубинов докупить. Но я над этим подумаю, конечно. Ну, зеленый, если что, добью. Так, докупил я осколочков. Хочется новых героев. Удестеренный шанс. Ну, посмотрим, что из этого получится. На фоне там ребенок, не обращайте внимания, малыша не угомоните. Так, ну здесь попробуем открыть методом Азулокса. 30 откроем зеленых осколочков и потом уже все остальное посмотрим, что у нас из этого получится. Так, едем дальше, едем. Так, 30 зеленых мы открыли, места хватает. Еще 14 синих и 4 темных. Но здесь по всем правилам вводим заклинание. Все как полагается. И надеемся на удачу. Не знаю, что из этого получится, конечно. Но будем надеяться на лучшее. Итак, погнали. Сейчас. Все. Поехали открывать осколочки. 4 откроем по одному. И 10 десяткой откроем. Будь оно неладно. Давайте. Первый пошел осколочек. И тесак. Тесак нам не нужен. Только в корм. Дальше мы едем. Гниломаг. Опять корм. Будет хоть что-нибудь столько осколков открыть? Где этот x10 шанс-то? Давайте уже. Подсобите. Плариум решил кинуть нынче. Пургатор.
Звучит как лекарство от запоров. Так, следующий открываем. Десятку. И легу дайте, дайте легу, дайте легу, 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 видимо легу. Ну, всеурсен снегоступ не нужен мне абсолютно. Не свезло. Очень даже не свезло. Четыре темных осколочка, но может с них что-нибудь хорошее это упадет. Так, открываем. Место маленько закончилось, сейчас быстренько место освободим, покормим Муртина всякими однозвездочными героями нашими. Не, ну вот, если честно, то обидно. Открыть целую кучу осколков, 4 сакрала открыть. И вот так вот. Ну, блин, надеюсь, темные осколочки мне подарят что-нибудь приятное. Итак, сейчас докармливаем всю эту мелочевку. Освобождаем место. И открываем оставшиеся 4 осколочка. И смотрим в итоге, чего мы добиваемся по событию. Так, поехали. Еще откроем десяточку. На всякий случай зелененьких. Так, попался синий герой. В принципе, после этого тоже бывает, выпадает эпик. Посмотрим, что на этот раз. И нет, нет злобострел. На начальном этапе можно использовать на клан-босса с выжиганием и ядами. И это Сайвар, отличный герой, отличный. Ничего не буду говорить против, но, к сожалению, это у меня дубль. 2. Мне, наверное, не нужны 2 Сайвар. Так, и оставшиеся камни шкур. И последний осколок, но, дайте, дайте что-нибудь, дайте легу, дайте эпика хорошего. Мадам Серис дайте. Ага. Сейчас вот, не добежала Мадам Серис где-то. Получил я жало. Ужалила меня она. Итак, смотрим, что у нас получается в общей сложности по событию. Так, а по событию у нас получается, что мы достали? Мы достали 2 героя. Это Урсина и Сайлор. Ну, Сайлор, я еще раз повторюсь, отличный герой. 2 массухи, плюс массовый штраф скорости, плюс аура на скорость. Хорошо тормозит противника. Использовал ее на паучихе где-то до 17 уровня. Но Урсина у меня не было. Это, скажем так, просто для коллекции его взял. Я думаю, он мне не пригодится. Так. Вот такая вот беда получилась. Бедовое открытие. Несколько эпиков. Ну, хотя бы я рад тому, что открыл гвардейца второго. Думаю, все-таки я закрою паучиху. И по событию посмотрим, мы продвинулись насколько. Массовый призыв. 3401 очко. Ну, остальное добью зеленым. И 25 частиц нового героя я достану. Итак, всем спасибо, что посмотрели. Всем, кто болел за меня. Но не повезло. Всем добра, всем пока.